Всем привет! Сегодня у нас день зоопарка. Я не вижу, я вам показываю слонов, которые там, или нет. Но имейте в виду, если что, там слоны. Какой-то такой китайский стиль. Почему тогда слоны, если Китай? Не знаю, но пусть будут слоны, красиво. Это из дерева. Смотрите, какие обезьяньи хоромы тут. И тут, и там, кстати, обезьян что-то я не вижу. А, вон он идет. Он так шалки! Ну что у тебя, мужик, такие апартаменты? На одного-то. Некоторые жители Тель-Авива его позавидовали бы. Жить в Берлине, это такие апартаменты.
Ja. Wir können nicht so sprechen, weißt du? Die Fensterscheibe, also Glasscheibe, ja, Gott sei Dank. Er kann nicht auskommen, aber er kann aussehen, ne? Er sieht ja. Они убирают. Они кушают. Это что, попа? А мелкие лазят. Все мелкие заняты одним и тем же, ерундой страдают. Как я люблю такие переходы из чего-то такого природного в современную жизнь. Потрясающе красивое место. Слоны. Климат лучше, чтобы мы это... Они бы у нас там опухли половину, пошел на русло. Пошли? Идем. А это я, что ли? А что, так со спины похоже? Давай. Давай. Это смотрите, не делайте. Там будет все.
Я не хочу. Не, Мириса, к бегемотам нельзя. Мама. Ушел спать.